Полиция Анкары задержала двух человек, которых подозревают в причастности к обстрелу посольства США. Сообщается, что арестованные сознались. Это двое мужчин 38 и 39 лет. У них обнаружен пистолет, из которого стреляли по дипмиссии. Найден и автомобиль, на котором нападавшие скрылись. Посольство было обстреляно на рассвете в понедельник. В сторону представительства США было выпущено 6 пуль. 3 попали в будку охраны. Никто не пострадал. На этой неделе дипмиссия закрыта по случаю исламского праздника Курбан-Байрам. Инцидент произошел на фоне нового обострения отношений между США и Турцией.